Дорогие друзья, вы сегодня собрались вместе для изучения языка горских евреев, джури. И у каждого из вас есть свои причины, чтобы его учить. Одним из главных задач фонда СТМЕГИ – это сохранение нашего языка, который является фундаментом нашей культуры. Нам важно, чтобы каждый горский еврей знал свой язык. Условия жизни нашего народа сложились так, что сегодня большая его часть оказалась за пределами регионов традиционного проживания, где язык сохранился в естественной среде. К сожалению, носителей джури в мире не так много, но их можно найти во многих странах мира. Наш язык – это способ самоопределения горских евреев, своего рода культурный код, который позволяет понять историю, культуру, традиции нашего удивительного народа. Язык во многом определяет то, как человек мыслит, как он познает мир. А это влияет на мировоззрение и культуру народа. Люди, говорящие на джури, являются носителями горской еврейской культуры, которую наши деды и прадеды понесли сквозь века, через все тяготы, выпавшие на долю наших предков. Именно в память о них и в благодарность за то, что мы сегодня имеем, мы должны сохранить это наследие, всячески приумножать и развивать его. В основе основ этого лежит именно язык, язык джури, о котором благодаря этому проекту, я уверен, узнает как можно больше людей во всем мире, и на котором будут говорить и творить наши дети, внуки, их дети и все последующие поколения. Я хочу поблагодарить всех, кто работал над этим проектом, потому что мне очень важно донести до всех значимость сохранения нашего языка. Конечно, эти уроки только начало пути, но те базовые знания, которые вы и все наши зрители здесь получат, позволят вам развиваться дальше, читать, писать, понимать и в дальнейшем свободно говорить. Напоследок хочу вспомнить слова великого Гёте, который говорил: «Сколько языков знает человек, столько раз он человек». Учитесь с удовольствием и пользой. Еще раз. Помните, что носители языка – это носитель уникальной культуры со своей историей и традициями. Сохраняя язык, мы сохраняем память о том, кто мы есть. Спасибо вам. Ходоку магамашму. Рима. Нарифондиму. Лапамбар. Важненники. Ишму келето, джойле айло, харубирро, зуунимура во мухтукуфтра. Чинки зуунимура, зууниму не вирибу. Ему айлиму, анавоему, био, хштаниму био маалим боши меришу. Био расуним, био гуим. Ину боко мику ему сохтаним. И я балаладим вилзаре ему. Ама ишму келето. Бя амбартаку макбашта имош, айлешмош ки зуна вегирут куфтира. Говсохт куфтира. Чангады ишму охуна говсохтит. Аз зун джуриму. Онгада зун имуму амбар мизуви. Зун иму хуба зуни. Имо демисад. Акелаша розвиста. Зуун ему имитаним, а или ему руговствовать, якщиним варасу ему ему чуфтреним га. Код.
именно хутурун куриш, на хурметен келе тоймуш, киву мухтиге ему зуна, ему бой зуни мура, айли ему вомухим, и айли муш айли ушта вомуху. Худоку магам машму. Я рад, что мне выпала такая возможность и такая честь выступать в этом прекрасном проекте по изучению уроков джури, выполнить роль человека, который будет в группе молодых ребят преподавать урок. Огромное спасибо Герману Рашпиловичу за все эти прекрасные проекты, за все эти прекрасные труды и совершения, которые творятся вокруг, это и созданием книг, и многого-многого другого. Огромное спасибо этому вашему прекрасному коллективу СМЕГИ. Я вижу, как с любовью, с огромным достоинством и уважением к этому языку и к нашему народу ребята относятся и все это делают. Спасибо вам всем, спасибо за оказанную честь. И хочу напоследок сказать, в нашем народе очень много прекрасных и замечательных, и знаменитых учителей по языку джури, которые могли бы с легкостью справиться с этой задачей. Спасибо вам за честь. Бог в помощь, худокумек, тирокумек, амишмо. Айлюшмо, абалошмо, ахостогорошмо. Худокумек, тирокумек. Меня зовут Наталья. Я пришла сюда, потому что несколько лет работаю с художником, горским евреем Рами Мейер. Общение с ним меня влюбило в народ горских евреев и в язык. Я поняла, что хотела бы понимать людей из этого народа лучше. Это пятый иностранный язык, который я учу и получаю большое удовольствие. Самое главное для меня, что работая с горским евреем Рами Мейер, я могу лучше донести и понять его, и донести другим людям те смыслы, которые он вкладывает в свое творчество. Меня зовут Габриэль, мне 17 лет. Решил заняться джури, изучить свой родной язык, так как я горский еврей. Все родственники и друзья разговаривают на этом языке. И хотелось бы, когда нахожусь вот в их компании, всегда быть с ними на одной волне, понимать, о чем они говорят. Надеюсь, благодаря этим урокам я смогу наконец-то выучить язык джури и разговаривать со своими близкими и друзьями на своем родном языке. Добрый день, меня зовут Степан, мне 18 лет. Я решил изучить джури, потому что совсем недавно узнал, что у меня есть еврейские корни, и мне очень интересно приблизиться к культуре евреев и узнать ее получше. Надеюсь, изучение языка джури поможет мне в этом. Меня зовут Екатерина, и я решила начать изучать язык джури, потому что частично я уже знакома с культурой горских евреев. А после обучения я хочу начать полностью их понимать, их речь, и также после обучения я могу понимать и язык других национальностей. Меня зовут Данил, мне 17 лет, и я хочу изучать джури, потому что у меня очень много друзей, горских евреев, и я хочу быть с ними на одной волне, понимать и не доставлять им дискомфорт, и сам чувствовать себя комфортно в их компании, и чтобы они как бы немножко удивились, когда я начну с ними разговаривать на их родном языке. Меня зовут Лена Мулзик, мне нравится, как звучит язык джури, и поэтому я решила изучать вместе со всеми. Руза Хайбу. Кто знает, что я сказал? Доброго дня. Я поздоровался с вами на джури. Мы сегодня собрались, я считаю, таком на знаменательном событии. Мы начинаем с вами изучение языка джури. Язык джури – мой родной язык. Когда-то я был в той же ситуации, в том же положении почти, как и вы. Тоже из-за каких-то нюансов плохо его знал. В чем заключались мои проблемы? Я родился в Баку, и с детства меня отдали
в русский садик, в русские ясли, в русскую школу. Дома категорически все разговаривали только на джури, родители. Но этого было недостаточно для того, чтобы знать язык. Было недостаточно. И вот как-то мы, друзья, понимали уже, что это все очень серьезно. Надо язык свой родной знать хорошо. И сговорились о том, чтобы знать в совершенстве джури, знать в совершенстве азербайджанский язык, потому что мы родились в Азербайджане. Мы договорились о том, что каждый день мы разговариваем только на одном языке. То есть, если сегодня мы разговариваем категорически только на русском, завтра категорически между собой разговариваем только на джури, послезавтра категорически разговариваем только на азербайджанском языке. И честно вам скажу, с Божьей помощью нам это здорово всем помогло. Кому-то помогло подтянуться в русском языке, кому-то помогло подтянуться, как и мне, лично мне, в джури. И также мне помогло подтянуться в азербайджанском языке, потому что в Азербайджане, естественно, в Баку, проживает много мусульман, разговаривают на этом языке, и его надо тоже идеально знать. Язык джури – довольно-таки древний язык. Древний язык, ему насчитывается около 1000 лет. Есть исследователи, историки арабских стран после завоевания всей территории Кавказа, Северного Кавказа, писали о том, что в Дербенте 1000 лет назад, что были горские евреи. То есть язык наш очень древний, идет от иранского языка. Он идет от группы языков фарси, как мы называем на русском языке. Естественно, в джури очень много еврейских слов, но этот язык абсолютно не похож с ивритом. Это группа языков, арабская группа языков. Так как горские евреи заселяли Кавказ, Северный Кавказ, и шли дальше, разделялись, попадали в разные государства, образовались какие-то определенные диалекты. Сегодня известные диалекты в джури – это кубинский диалект, дербентский диалект и диалект кайтайский. Это диалект, кайтайский диалект – это диалект, по сути дела, от проживающих евреев, от Махачкалы там, и до Нальчика. Мы будем изучать язык и с уважением отнесемся ко всем диалектам. Естественно, там, где есть разница, мы будем на нее указывать. Я надеюсь, что это все вас не будет путать. Что по поводу письменности джури? Письменность джури, она датируется, по сути дела, можно смело сказать, где-то начинается с 19 века. Видоизменялось раза 4. То брался за основу азербайджанский, то кириллица бралась за основу. То есть изменялось раза 4. И я хочу, чтобы мы все понимали, мы начинаем изучение этого языка русскими буквами. При этом какие-то определенные знаки мы будем выделять, да, они отсутствуют в русском языке, и мы будем выделять, и будут прибавляться определенные буквы, которую мы все, я надеюсь, с Божьей помощью запомним. Итак, в добрый час. Я рад приветствовать вас, рад видеть здесь. И надеюсь, что на нашем примере, и хотя бы на примере той истории моей жизненной, которую я вам сейчас рассказал, наша молодежь подтянется и будет с удовольствием изучать этот прекрасный, певучий, музыкальный, очень интересный и красивый язык, наш язык джури. Приступим первым долгом с местоимений. На джури «я» будет звучать «мя». «Мя» – мягкая, такая перевернутая «е». Она встречается у нас в азербайджанском языке. «Мя» – «ты»,
Это у нас будет ты. Хочу, чтобы обратили внимание на то, что буква «У» пишется вот с такой черточкой, как бы, чтобы мы гортанно умягчили вот этот звук «ты». Не делаем ударение на букву «У», «ту», а мы умягчаем этот звук, поэтому пишется вот такая буква «ы». Она звучит «ы», «ты». Будет у нас еще помимо этого вот это «э», которое мы будем употреблять. Возвращаемся к этой букве «ы». И будет еще у нас такая, в латинице встречается тоже не только в латинице буква «эй». Он, она, звук «у», русское «у». Вы, ищму. Также употребляется в множественном числе. Мы, иму. Это они. Уо. Я, ты, он, вы, мы, они. Я хочу перейти к диалогу, чтобы каждый из нас смог сказать, как его зовут. На джури имя будет звучать так. Нум. Вопрос, как чутам? Здесь у нас русская буква Ч. Чутами. Это как приставка идет, да? Я обращаюсь сейчас к Елене. Нумту чутами. Нумту чутами. Нуме Елена. Нуме, превосходно. То есть мы смогли объясниться. Нумме Елена. Нумме Гавриэль. Нум ищму чутами. Что я сейчас произнес? Как ваше имя. Как ваше. Это так, как и к множественному числу, так же и уважительная форма «вы». Нумме Рами. Нумме. Меня зовут Рами. Нумме. Вы смело можете, Наталья, сказать, как вас зовут. Нумме. Предложение. Нумме Наталья. Нумме Наталья. Да. Нуму чутами. Ее, его, нуму, читами. Я задаю вопрос нуму, читами, и вы отвечаете, что этого человека зовут таким образом. Нумону Олеги, нумону Нисоны. Можно еще нам, скорее всего, и нужно научиться употреблять как чуни. Опять через русскую че. То есть можно сказать все эти предложения «нумту чуни» или «нумту читами». «Читами» — это у нас получается более литературно. Если в простой разговорной речи можно спросить «нумту чуни», «нумма рами», «нумту чуни» — это такой же вопрос, который я задавал «нумту читами». Напишем слово «духтир», оно означает «врач». И начнем его склонять. «Мэ духтир», «мэ духтирем». Кругом у нас будет, чтобы правильно говорить на джиури, вот это «ум» будет добавляться. Понимаете, в конце слова. Мэ духтурим. Ты духтири. Он. Она. У. Дух. Тири. Мы. Ему духтирим. Мы. Если мы говорим о себе. Мы. Ему дух
Тирим. Ишмо, уважительное вы, дух тирит ишму, дух тирит. Понятно здесь? Да. О, дух тирит. Они врачи. Давайте сейчас еще изучим отрицание. Нет. Нет, на горском, на джиури у нас нист. Если мы добавляем отрицание от имени первого числа, от человека я, да, нистун, получится у нас отрицание нистун. Давайте попробуем это все запомнить. Опять-таки в скобках я это отрицание ум, нистун. Вспоминайте вот это ум. А нет, именно нист произносится. Я хочу сказать на духтир нистум. Все поняли это предложение? На духтир, я отрицаю, что я врач. На духтир нистум. Как, кто подскажет мне из зала, как сказать он, она не является врачом? У духтир нист. Нист. Превосходно. У духтир нист. Как уважительное на вы сказать отрицание, он не является врачом? Ишму духтир нист. Да. Ишму духтир нистит. 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 Да. Мы вот про это окончание забываем. Нистит. Нистит. Ишму духтир нистит. О духтир нист. Опять пройдусь я. На духтир нистим. Ишму духтир нистит. Кто ответит из зала, как сказать отрицательно, что они не являются врачами? Давайте я попробую. О духтир нистут. Все превосходно. О, только смелее. Перейдем к какому-то другому определенному слову, допустим, к другой профессии, перейдем там, к водителю. Ну, с водителем у нас легче. Водитель на джиури – шофир. По сути дела, всем понятно, откуда это слово берется. Шофир, да, как от русского тоже шофер, да, правильно я понимаю? Шофир. Давайте сейчас попробуем составлять предложение и все-таки употребить уже место специальности доктора, специальность шофера. Кто хочет попробовать или все-таки это все расписать? Да, пожалуйста. Мэ шоферум. Превосходно. Мэ шоферум. Продолжай, пожалуйста. Мэ шофер нистум. Превосходно. Он сейчас дал нам и отрицание, и предложение, что он является... Мэ шофер нистум. Отрицание. Кто еще хочет попробовать на каком-то другом примере? О, шофер. Давайте я с ты скажу. Ту шофери, ту шофер нисти. Нисти, да. Ту шофери, ту шофер нисти. О, шоферют. Так, о шоферют. О, шофер нистут. 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 Тоже будет это окончание. Просто с разными предложениями, с разными специальностями мы можем себя немножко как бы нагнать это, и это будет проще потом нам произносить. Попробуешь, Катя? Да. Давай на ишму. Ишму шофурит. Ишму шофурит. Ишму... Отрицание. Ишму шофурит нистит. Шофир нистит. Ишму шофер. Все правильно. Попробуешь? Да. Ему шоферим. Ему шофери, шофер нистим. Да. Здесь мы сейчас сталкиваемся с тем, что можно еще сказать на горском. Ему шоферо нистим.
Но правильно, в нашем случае просто ему шофернистим. Но шоферо, он дает множественное такое число в окончании слова, когда мы прибавляем еще «э», да, ему шоферонистим. Он дает какое-то множественное число, что мы не являемся водителями. То есть звучание, да, такое, ну, это в русском тоже языке все это есть. Я не являюсь водителем, или мы не являемся водителями. И в русском это есть, и, естественно, в джури это тоже есть. Я преподаватель или я учитель. Давайте запишем это как учитель. Мэлюм. Итак, учитель. Мэлюм. Вот это гортанное «эй», мэлюм. Кто сможет громко высказать мэлюм? Мэлюм. Да. Ученик хундогор. Ученик хун до гор. Ученик. Хундогор. Хундогор еще употребляется в джиурии как певец. Часто говорят, кто там поет там, в телевизоре, кто там на эстраде стоит. Хундогор. Попробуйте сказать каждый из вас предложение с употреблением мэлюм. Мэ, я. На своем примере я говорю «мэ мэлюм нистюм». Как будет у нас окончание? «Мэлюмэм». «Мэ мэлюмэм». «Мэ мэлюмэм». «Ты» как будет звучать? «Мэлюми». Превосходно. «Ты мэлюми». «Он», «она», «у», «у». «Мэлюми». Также. У мэлюми, превосходно. Ишму вы? Мэлюм, мэлюмим. Мэлюмит. Вот вспомните окончание. Мэлюмит. Ит. О, кто скажет? О, мэлюмит. Все правильно. Кто хочет составить какое-то предложение, пожалуйста. Мэ хундагорум, мэ мэлюми нистум. Я ученик, и я не являюсь учителем. Вот что он сказал на русском. Мэ хундагорум, мэ мэлюми нистум. Катя, попробуй тоже. Давайте все по очереди. Не обязательно на мэлюми. У нас, слава богу, и водители здесь есть. Мэ шофёрум, мэ мэлюми нистум. Превосходно, правильно. Давай попробуем. Мэ хундагорум, ишму мэ лумит. Превосходно. Очень интересное предложение. Ишму утверждение, ишму мэ люм нистит. Вы не являетесь учителем. Продолжим. Наталья. Наталья шофир нисти. Наталья... Хундогори. Хундогори. Наталья шофир нисти, Наталья хундогори. Вот довольно-таки интересное, сложное предложение. Мэ хандагорум ишму мэлю мит. Мит. Мэ хундогорум ишму мэлю мит. Да. Так, Елена. Мэ духтирум. Мэ духтирум. Очень важно уловить эти гортанные звуки и мягкость, да, мягкость эту. Духтерум. Это красиво будет, это певучий язык. На самом деле джиури певучий язык. Медухтерум. Медухтерум. Ну, певучий он такой. Медухтерум. 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 Да. Медухтерум, мешофирнистум. Мешофирнистум. Опять-таки, из-за того, что все слова для вас незнакомые, вы их осторожно называете. Надо просто немножко проглатывать, да, слова. Мешофирнистум. Просто свободнее сказать. Потренируйтесь, попробуйте. Мешофирнистум. Не надо их, его вот так вот зацикливаться, да, на том, что это ничего сложного нету. Шофер, шофер. Мешофирнистум. Мэ мэлюмэм. Мэ мэлюмнистум.
Мехундогорум. Итак, на этом наш первый урок закончен. Худокумек. Тирокумек. Худокумек. До следующих встреч. Худокумек, тирокумек.